15 сентября 2016 года в Герценовском университете прошел фестиваль вожатского мастерства «Герценовское лето». Это ежегодное мероприятие состоялось уже во второй раз и по традиции подвело итоги летней практики студентов-герценовцев. В минувшем учебном году Герценовский университет подготовил около 1000 студентов для работы в детских оздоровительных лагерях. В частности, только в лагерях Санкт-Петербурга и Ленинградской области летом работало около 600 студентов вторых и третьих курсов всех факультетов и институтов. Важность этой работы понимают и в правительстве Санкт-Петербурга. Проект лично курирует председатель комитета по образованию Жанна Воробьева. На фестивале звучали напутствия и благодарности как уже состоявшимся вожатым, так и тем студентам, которым еще предстоит пройти практику в детских оздоровительных лагерях. От того, каким образом мы будем воспитывать детей, каким образом мы будем готовить вас для этой работы, зависит очень многое. Поэтому я искренне рад тому, что Герценовский университет готовит для лагерей более 700 наших студентов. Сегодня ваш форум, слет, это по большому счету подведение итогов нашей совместной с вами работы. И я хочу сказать вам огромное спасибо за работу летом в детских лагерях. Именно Герценовский университет, будучи одним из ведущих педагогических вузов Российской Федерации, представляет собой комплекс по всесторонней подготовке вожатых. Качество подготовки герценовских вожатых дает право говорить, что их отличает отзывчивость, справедливость, любовь к детям, способность быть близкими и нужными ребятами, умение жить их интересами. Ваша роль в организации отдыха и оздоровления детей в Санкт-Петербурге сегодня важна и значима как никогда. Искренне желаю всем участникам фестиваля удачи, профессиональных и творческих успехов. Для участников фестиваля выступил творческий коллектив педагогического отряда детского оздоровительного комплекса «Буревестник» и студенты кафедры хореографического искусства Герценовского университета. Состоялись мастер-классы и обмен опытом. Если использовать педагогическую терминологию, то и сам фестиваль, и результаты работы герценовцев по организации летней детской оздоровительной кампании получают оценку «отлично».